Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 24 июля. Сегодня появилась информация о том, что в России официально подтвердили обстрел Одесского порта ракетами «Калибр». Об этом в своем телеграм-канале заявила представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Хотел бы процитировать ее слова. Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы вопиющим российским варварством. Если кто-то еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений. Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры Одесского порта. Высокоточным ударом отправил украинский военный катер по любимому киевским режимам адресу. И вот сегодня, вслед за заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации, появился комментарий Министерства обороны России по вчерашнему удару по порту в Одессе. В этот раз они заявили, что уничтожили наш военный корабль и склад ракет «Гарпун». Напомню, по официальной информации от оперативного командования «Юг», ракетный удар пришелся по насосной станции и были повреждены объекты инфраструктуры порта. Ни в какой корабль, ни в какой склад с ракетами «Гарпун» ракеты не попадали. Ну и видно по кадрам момента прилета, что, я думаю, если бы ракеты попали в склад «Гарпун», взрыв был бы намного мощней, и был бы и пожар сильный, был бы и сильные клубы черного дыма. В моем телеграм-канале есть уже кадры момента прилета, снимали сами рабочие, которые находились в порту. Там ничего такого страшного не происходило. Есть раненые, но, слава богу, обошлось без жертв. Хотел бы отметить тот факт, что вчера министр обороны Турции Халуси Акар заявил, что российская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и подробно изучает этот вопрос. Но, как мы видим, вся данная информация оказалась ложью, и Российская Федерация сама подтвердила то, что они нанесли удар ракетами «Калибр» по Одесскому порту. В моем телеграм-канале есть даже видео, где видео запуска данных ракет с морского корабля. Я на связи. Как будет появляться какая-то информация, сразу же буду сообщать. Подписывайтесь на канал. До встречи. Всем пока.